Всех приветствую, 25 февраля 2023 год, суббота. Знаете, вчерашнее морозное утро сменилось сегодня дождливым. Погода такая, знаете, вообще именно улыбает. Вчера было минус 6, сегодня плюс 6. Ну то такое, по погоде. Вчера где-то в 10 минут 10 слышали мы несколько таких глухих взрывов. Потом уже сегодня утром читаю, что это были какие-то мопеды, что-то опять в пригороде, их там что-то сбили. Ну, в общем, в город ничего не прилетело, все нормально, все стабильно. Птички поют. Суббота. Вот так вот. Все, больше как бы добавить нечего. Люди куда-то даже метушатся, выгуливают собак. Суббота. Все, бережите себя, занимайтесь спортом. Дышите свежим воздухом, и все у нас будет доброе.